Добрый день. Сегодня несколько слов про данный караван. Это КИП 41, 95 год. Привезен из Голландии без пробега по России. Растаможен, находится в московском регионе. Максимальный вес прицепа 1150 килограмм. Максимально допустимый вес 1150 килограмм. Вес непосредственно прицепа 880 килограмм. Прицеп имеет полноценную палатку. Фотографии палатки смотрите в заставке в YouTube и фотографии на Авито. Значит, в комплекте помимо палатки опорная колесо, ключ для установки лап, запаска, провод для подключения электричества, бак под воду, ступенька. Прицеп в идеальном состоянии, без протечек, без сырости, без гнилых мест. Из внешних недостатков только вот несколько вмятин на корпусе. Москитная сетка при входе. При входе с левой стороны туалет. Душевой поддон, туалет, раковина опрокидывается. Кухня, холодильник. Электролюкс работает от газа и от электричества. Плита, три конфорки. Раковина. Также есть тут чайник в коробке, кофеварка, еще какие-то мелочи. Значит, обогреватель трума. Гардероб, занавески дополнительно. Также собственники поставили магнитолу. Предыдущие собственники поставили вот тут колонки. Так, кровать, обеденный стол. Значит, кровать в разложенном виде имеет размеры 1,90 м на 2 м. Так, сейчас покажу. Вот ящик под аккумулятор. Вот клеммы под аккумулятор. То есть здесь имеется возможность автономно питаться 12 вольт. То есть от 12 вольт у вас будет работать насос на воду, освещение в прицепе, а холодильник-обогреватель у вас будет работать от газа. Очень удобно для стоянок, которые не оборудованы электричеством. Так, окна практически все открываются, кроме одного глухого окна. На всех окнах, которые открываются, есть москитные шторки, занавески. Вот это окно спереди тоже открывается. Глухое только одно, это вот это. Ну, на нем есть тоже шторка. Это окно с москитной сеткой, оно открывается, закрывается. Вот такой прицеп. Идеальное состояние, нет сырых углов.
Все уголочки сухие, пожалуйста, приезжайте, смотрите. Сейчас попробую показать днище. Без следов ремонта, без ударов, мягких мест тоже я не нашел. Так, что еще хотел сказать? А, все оборудование проверено, все функционирует. Перед покупкой мы продемонстрируем, как что включать, как подключать, как запускать. От газа отопитель, холодильник. Проверим работоспособность, продемонстрируем все. Так что обращайтесь. Всем хорошего дня. До свидания. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш YouTube-канал.